Сроки сдачи первой очереди восточного обхода переносятся на 2019 год. Сегодня это подтвердил глава Росавтодора. Он приехал в Новосибирск на транспортный форум. По словам чиновника, возникшие проблемы с субподрядчиком решат в ближайшее время. Есть проблемы с оборотными средствами. Лично держу ситуацию на контроле. Буквально 2 недели назад проводил совещание. На прошлой неделе с собственниками компании была встреча министра транспорта Российской Федерации. По заверениям собственников компании, они намерены дополнительные средства собственные сейчас пустить в оборот для того, чтобы расширить ситуацию. Кроме строительства дорог, на форуме «Транспорт Сибири» также говорили о необходимости развивать внутренний водный транспорт и увеличивать дотации пассажирских авиаперевозок. Тем временем направление почтовых перевозок, наоборот, набирает обороты. Гендиректор Новосибирского аэропорта сообщил, что самолеты Почты России будут базироваться в Толмачево. Компания их закупает для перевозки посылок из Китая и Юго-Восточной Азии. Еще одна острая тема, которую подняли на форуме – строительство нового шелкового пути. Он пролегает из стран Тихоокеанского региона в Европу. Это совместный проект Китая и Казахстана. Эксперты отметили, что необходимо сделать все, чтобы сибирские регионы включили в этот транспортный коридор. Это могло бы сыграть ключевую роль в развитии экономики Сибири.